Всем привет! Пришла посылка, а в посылке мы видим вот такой вот пинцет. Пинцет фирмы Giacchemi. У них довольно неплохие инструменты. И вот я заказал у них вот такой вот пинцетик. Что в нем интересного, это то, что у него еще есть вот такая вот штучка, которой мы можем фиксировать его. Так, наверное, надо немного ослабить вот этот вот винт. Так вот. Да. Вот так вот его можно ослабить. То есть мы можем что-то зажать вот так вот. И вот так вот зафиксировать. И оно уже никуда не денется. Это довольно полезная штука. И это мне часто такое требовалось. И теперь вот с таким пинцетиком будет полегче. Пинцет сделан очень качественно. Посмотрите только на это. Концы сходятся идеально. Как это показать, чтобы было видно? Вот, да? Здесь есть такая вот насечка. Это тоже очень хорошо. И вот этот фиксатор. Полезная вещь. Здесь написано Giacchemi. GMT-911 Adjustable Tweezer. Ну-ка, сейчас попробуем, как он мелкие детальки будет захватывать. Вот здесь вот у меня такие вот выводы от радиодеталей. Вот, отлично. Захватывает все отлично. Захватили. Вот так вот с фиксатором зафиксировали. И все, и оно уже никуда не денется. Полезная функция. Что ж. Давайте проверим теперь его на магнитные свойства. К магниту вот здесь вот не притягивается на концах. А вот здесь вот, где металла становится побольше, начинает чуть-чуть притягиваться, но не так, чтобы очень сильно. Так чуть-чуть магнитится, но слабо. У меня, кстати, есть вот такой вот латунный стержень. Это латунь, да? Самая настоящая латунь. И вот если вот так вот попробовать, то он чутка тоже притягивается. Не сильно, правда, но чувствуется, что он чуть-чуть магнитится. Это очень мощный неодимовый магнит, поэтому такой эффект. Так вот, вроде не магнитится, но как бы это показать-то? Вот. Вот. Взял мощный неодимовый магнит, и он прицепился к нему. Вот он держит свой вес, вот. То есть мы видим латунь. Но тоже чуть-чуть притягивается. Вот такое вот интересное явление. Так что отличный пинцет. Вообще у этой фирмы инструменты неплохие. Вот мне нравится из этих вот китайских фирм. Фирма Giacchemi и фирма Bossi. У них довольно качественные инструменты. Качество все время было отличное. Так что вот такой вот замечательный пинцетик. Ссылка будет под видео. Всем пока!